Привет, друзья! Вот посмотрите. Говорят, детей в капусте находят. А мы нашли в тыкве своих. Карета. Катаются. Ой, там тигра пришла, просится домой. Это Матильдочка. Вот. Так, один здесь свалился с тыквы. А другой сидит, удержался в седле. Ой, такие они забавные, они уже мясо едят. А как урчат, если кусок мяса достался, как они радуются и носятся с ним, и бегают. Если, не дай бог, к ним кто приблизится, урчать начинают, как настоящие тигры. Да, вот, да, подтверждение. А вот так вот Клара делает. Она берет за шкирку и тащит всех домой. В домик, в домик. Да. Куда все разбежались? Ну-ка домой. Вон сидит тигра. И дверь никто не открывает. Сейчас запустим. Занавески у нас вот таким образом. Но все равно она всю занавеску, весь блэкаут мне сделала в затяжках. Придется мне ее ремонтировать, эту занавеску. Ну и такой вот порядок навели. Вон там корзинка валяется. Это все дети. Кошки сбрасывают вниз, собаки подхватывают. И понеслось. Какие сладкие дети, ну какие сладкие дети. Все им прощаем, все. А Клара, это вообще тоже отдельная тема. Такой, наверное, толстожопик, у нее такая жирная жопка. Такая сладкая, сладкая, жирненькая такая жопка. Дети уже как... Ага. Почему не пускаете запустить тигру? Ладно, я пошла ее открывать, а то ребенок плачет. Пока-пока, до новых встреч.